Всем привет, меня зовут Дмитрий Ячков, и вы зашли на канал Кабан ТВ. Сегодня я хочу вас поздравить с наступающим 2015 годом. Я нахожусь в городе Туле, где я, в принципе, живу. Сзади меня находится елка, рядом со мной Ленин, ну и здесь у нас каток и все интересное. Сегодня я хочу вас поздравить с наступающим 2015 годом. В этом году будет много всего интересного. В 2014 много произошло интересного и в вашей личной жизни, и в моей, поэтому в 2015 я надеюсь, что будет намного всего более интересного. Во-первых, в 2014 для меня лично было много открытий, и благодаря мне, наверное, и у вас какие-то открытия появились, если вы смотрели мои интересные ролики. Почти весь год я вам рассказывал о самых интересных и скандальных новостях из мира гаджетов, науки, технологий, передачи вокруг интернет, которую я собираюсь закрыть, но назвать ее по-другому, то есть, наверное, возродить ее в иное название. В 2015 будет еще много интересных проектов. Во-первых, это кулинарный канал, на котором я буду рассказывать о простых рецептах и рассказывать о вкусных блюдах. То есть простой рецепт и вкусное блюдо, они будут взаимосвязаны. Надеюсь, что вы подпишетесь и будете очень рады. Конечно же, этот канал никуда не уйдет, он останется и будет, наверное, вторым. Но основным будет все-таки канал «Просто и вкусно». Да, я решил все-таки его так назвать. Логотип, заставка, уже все готово. Ну и, конечно же, мне поможет в этом моя новая камера Sony Alpha 58, два софтбокса и профессиональный звук, который сейчас вы видите на мне. Конечно же, он может быть менее профессиональный, но все равно это звук самый оптимальный. Ну вот, в 2015 будет много всего интересного со мной, без меня. Думаю, каждый для вас обойдет что-то интересное. В 2014 тоже было много всего хорошего, позитивного, радостного. Вы жили для кого-то, вы будете жить для кого-то. И поэтому говорить что-то иное и другое я, если честно, не хочу. Потому что, ну, я считаю, нету смысла. Если честно, я уже слегка подмерзаю и говорить еще что-то больше не хочу. В принципе, вы знаете, что скажет любой президент в эту новогоднюю ночь. Потому что каждый год он говорит почти все одно и то же, только разными словами. И повторяться в каждом году лично в моем лице я тоже этого не хочу делать. На этом у меня все. Спасибо тоже, что досмотрели это видео до конца. Посмотрели мои поздравления. В 2015-м ждите новый кулинарный канал с названием «Просто и вкусно». Ну и также передачу «Обзор интернета». На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь вместе с нами. Ну и также не забывайте смотреть мои интересные ролики. На этом у меня все. Всем пока!